Всем привет! Я снимал видео с этой штукой, но я ее не выложила, к сожалению. Вот, сейчас вам покажу, с какой штукой. Вот. Но я его, к сожалению, удалил, потому что я не хотела делать антидоты. Вот. Так что, мы будем сегодня делать. Потому что я в этот раз устала, и сегодня у меня есть бумажечки. Надо подбирать там всякие вот фантики, бумажки туалетные, если вообще есть разноцветные. Я подобрала желтые и зеленые. Так вот, можно вообще кран уберет. Вот так. Так, мы сегодня будем делать антидоты. Я их буду называть. Да. Так, вот. Берем этот. Баночку, у кого нету, можете взять баночку, вот, но она будет, ну, короче, какого делать хотите, но сейчас мы будем просто делать красивое тут, вот, снимаю вот эту вот пробочку, вот, чтоб не вылетело, кладем ее в какое-нибудь сушеное мясо, потому что я боюсь, что она промокнет, и она у меня уберется, она у меня одна, потому что дома мы ее все выкинули, а вино мы она не пить, даже праздника не было. Ну, конечно, Новый год. Можно. Я хочу, чтобы быстрее уже было марта, потому что, понимаете, пока закидывайте сюда. Я буду пока историю. Потому что марта, 1 марта, мне придет посылка с Алиэкспресса. Я сказала там сережки для писем там и настоящие. Потому что я увидела свою подругу. Захотела, на рынок пошла. Там их нет, а мы потому что пошли не на рынок, заказали на Алиэкспрессе, там еще такие сережки красивые. Я вам покажу на обзор будет на эти сережки. Вот, так что я вам покажу обязательно эти сережки. Они обалденные на фотографии. Вот так на фотопьяно, на фотографии. Видите, что сказала на фортепьяно, потому что я уже давно в школе, уже привыкла говорить фортепьяно, потому что я учусь. Музыкальная школа. Я играю в фортепиано. Он даже не буду рассказывать. Сейчас не буду еще рассказывать, потому что сейчас и в школу ко мне зайдут подписчики. Ну, наверное, не скажу. Не скажу, как она называется. Но не Боусош, а Гбоусош. Ну, не скажу, какой номер школы. Потому что я, вот придете вот ко мне, и все. Вот как, знаете, вот щепоточку надо сделать над этим, потому что вот над полом, потому что когда ванна, вот у меня несколько упало вот сюда, вот где вот у меня тут ванна, прям вот, туалет тут нету, там. Вот. И вот ту вот часть, вот где последняя, где можно покачиваться, там у меня сухо, вот, как раз. Бумажечка завалялась. И там можно ронять, потому что там сухо. А тут, вот где нельзя покачиваться, там вот где снег еще. Вот там мокро всегда. Всегда, всегда. Это даже не убрать нельзя. Я пыталась всегда это сделать. Никогда не получалось. Никогда. Потому что, наверное, все каждый день ходят сюда. Но я так редко в школу. Ну, на самом деле, я хочу... Короче, много слишком не надо их, но у меня их много, так что я буду, сколько вообще должно быть вообще до звездочки. Эти до какой? Вот до этой, когда только она начинается, я остановлюсь. Так, мы тут не потеряли на полу ничего? Нет, хорошо, что тут коврика нет, а то бы там как бы хуже было. Вот. Если вы слышите, ну, тут как бы такая дырочка. Нас... Я снимаю. А, я думала, там добавила. Так вот. И как, ну, я когда маленькая была, у меня еще такая же дырочка есть вот на кухне. Вот. И, короче, я думала, что оттуда домовина Кузя придет. Я вот всегда не мечтала, что тут пришел. Я разговаривала, болтала, то мне не... У меня мама не родила еще одну родную сестру. Ну, у меня ее и нету, у нас нет. У меня еще брат родной. Он
астрономии нет, только потому что папа у нас водный. Мне все равно не надо. Хорошо. Ну, это зато он мой любимый. Я опять стукнулась. Когда я стукнулась обо что-то, мне не больно почему-то. Хотя это всем другим человеком, это больно. Ладно, унитаз нам больше не надо игрушечный, потому что там уже закончится немножко. Так, пока до звездочки мы еще не дошли, так что еще можно продолжать. У меня, к сожалению, меньше. Я узнала, что у меня меньше бумаги, чем эта звездочка, потому что у меня уже бумаги тут. Да и несколько вот. Наверное, уже вот 6 штучек. Упала. То есть вторая упала? Нет, еще не вторая. Упала. Берем последние фантики. Можно помыть бассейнки? Сейчас. Одну секунду. Простите, папа вас нашел. О, нет, звездочки. Да нет. Ну, звездочки пошли. Упала. Ну, до звездочки мы все равно дошли почти. Но так нам и надо. А пока заливаем воду. Сливаем воду, то так промокнет крышка. Так, теперь надо вот это вот вытереть кружку. Чтобы вы не понимаете. Потому что, чтобы не было пробка. Оно у меня одно. Еще вот такой антидот получается, знаете. На секунду. Так вот, я сейчас ушел и нажал на паузу. Так вот, вот это вот, вот этот вот. Вот этот вот антидот, он будет приносить хорошее настроение. Ну, не хорошее настроение, а вдохновение, например. Да, нам, например, нарисовать, слепить. Вот я в школе больше всего рисую, потому что я... Да. Точно уже забыл про туалет. Все равно мокро. Первым грузом тут мокро, а тут сухо. Так вот. Я больше всего в школе рисую, потому что я нарисовала один рисунок, и у меня очень хорошо получается в него рисовать пока. У меня всегда на рисунках получается глаза нарисовали. Это самое сложное. А в этом рисунке у меня получилось. Даже могу сейчас показать, но сейчас не время. Вот. Я же вам обещала. Так что вам обещала. Вот. Этот рецепт сохранить обязательно надо. Пока я сливаю, к сожалению, воду. Воду, не бумажки. Они мне еще пригодятся. Мы будем их сохранять в другом виде. Все, вода слилась. А бумажки-то у нас мокрые. Так что они... Не так просто сейчас уберутся. Уже вон все забито. Ладно, сейчас будем пальцы доставать. Если не достань. Сейчас. Короче, нам нужно еще. Если не сможете достать. Папа ботинки хочет. Я знаю, что ботинки. Я знаю, что ботинки не попадают в камеру. А сейчас. Что? 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 А не снимает? Действительно? Не снимает. Блин, вообще даже не... Да опять, Маша, ты молодец. Ты меня сейчас... Папа, ну и тут же... Стой, стой, не...